это продолжение прохождения Гарри Поттера и тайной комнаты. Кто не знает, в прошлой части у нас случилась страшная беда, трагедия для всего Хогвартса. У нас пропал персик, которого так никто и не нашел. Как обычно, все сбилось нахрен. Так, и сегодня у нас что? Не знаю, потому что и я не помню. Кажется, надо изучать заклинание следующее уже, разрезание. Обрезание. Ага! А вот, куда-то Рон убежал. Так. А, да не, ничего страшного. Да. Так, чё по очкам? Смотрите-ка, нас догоняют. Давайте. Удачи. Так, тут нам, в принципе, в школе делать нечего. Единственное, что я хотел купить... броню и метлу к Квиччу. Простите за паузу, просто ждал первых ноток при этих прекрасных мелодиях. Hey, Harry, want a trick? What do you have? Да, давай. Вот меня отъебались наконец-таки. Броня для Квиддич, давай. Спасибо. Так, покупаем перчатку. Покупаем метлу. У меня есть Nimbus 2001, лучшая модель, доступная широкой публике. Покупаем. Еще даже 600 осталось. Ты самый понятливый покупатель, Гарри. Извини, дружище, сейчас я намедли. Ну и, собственно, до конца игры у них больше ничего не появится. Так, купили метлу. Отлично. Участвуем в следующем поединке. Квиддич! Ну что, ну вот нам говорят. Полетели. Так, тут видите, он против Белобрысова. Прям специальный портрет показан, что ты за мной гонишься. Я понимаю, что это по канону, по фильму, но не надо за мной летать. Так, отпиздили малого. Там батя на меня пожалуется куда-нибудь. Смотрите, наши забили. 1-4. Я еще вот эту черту забью. Еп. Ладно. Так, что-то счет такое себе, конечно. Так, ну, в принципе, нормально идем, да. Видимо, метла и броня помогают нашей команде играть. Может, даже второй гол забьют, не знаю. Или не забьют. Давай, лови уже. О, второй гол. Нормально. Это где тут этот белобрысый? Молодой Басков. Иди отсюда, говорю. Уйди, говно. Просто уходи. Я сейчас уже поймаю. Уходи. Он ушел, а мы пойду выигрываем. Счет, конечно, 10 очков всего лишь. Я думаю, надо переиграть. Что-то такое себе. Как видите, от брони и от метлы разницы вообще что-то никакой я не замечаю. Кроме того, что наша команда наконец-таки начала что-то делать. Если кто играл и знает, в чем суть брони и всего прочего, то расскажите в комментариях, с удовольствием почитаю и узнаю хотя бы, для чего я сейчас потратил 1200. Там последний матч будет сложненький. Я пока не буду про него еще рассказывать, спойлерить. Просто это будет задница, которую, я помню, долго не мог пройти, прям психовал все в этом духе в первое время. Так, вот сейчас что-то красивенько идем. Я думаю, сейчас должны. Ай. Сейчас вроде четко.
как прилетел опять его вырубили. Так, ну и все, я думаю, сейчас должна быть победа. Отлично. 40 очков. Прекрасно. А good luck and good quidditch пожелать. Забыл, что ли? Ну вообще, разочаровываюсь в тебе, Ли Джордан. Ладненько, идем дальше изучать гербологию с кудрявым Роном. Но он не кудрявый, но причесочка, мне кажется, пышная, не то что. Хорошее счастье. Так, здесь мы еще с вами не были, поэтому можно походить, собирать всякие ништяки. Не-не-не-не-не-не-не. Туда сходим потом. Так, что-то карточка. Дэй. Вот хорошо. Добро пожаловать на второй курс гербологии. Для тех, кто забыл, повторю, я профессор Спраут. Шапочку прикупил в сравнении с первой частью. Сегодня мы изучим Диффиндо. Да, и Поттер, вы хотите читать перевиторию, первым выучить это заклинание. Чего я всегда? Главный подопытный кролик, что ли? Он даже рот что-то заметил, что про Гермион сказал. Я все пизжу, не читаю ничего. Все то, что я читаю. А теперь, мистер Поттер, разберите взгляд на символ. Нажимайте стрелку. Крест! This exercise is in three parts. In each part, you must be accurate in order to progress. Ready to try? Round one. Go. Done, Harry. You've moved on to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. Round two. Это все потому, что знак фиолетовый. А я ж люблю фиолетовый. Так. Пока ничего сложного. По-моему, это заклинание не очень сложно. По-моему, самое такое жопное будет последнее. Как до него еще дожить надо. Три цикла. А, ты прекрасно справился со всеми упражнениями. Спасибо. Мы изучили Гриффиндора. Сегодня мы посадили здесь семя величия. А теперь переходим к испытанию Гриффиндора. Ну, суть у нас та же. Достать большую звезду. Которая у нас где? Правильно, вот она. И, конечно же, вместо того, чтобы где-то здесь поставить лесенку, мы будем сейчас минут 15-20 бегать по этим залам. Собственно, не будем тянуть, сразу приступим. Заклинание вот используется на ветках, на паутинке и на всем таком, что надо порезать. Так, сколько тут секретов, я не помню. 11 штук, ох, ё. Ладненько, успеем. Было бы что проходить. Тем более уже в который раз. Запоминайте секрет, вам пригодится потом. Как насмотритесь, как начнете гариков тоже проходить. Я не думаю, что я один-то в детстве в эти игры играл. Ноги фанатели от гарика. Так, улитка. Ну так, лень тебя двигать, тем более тебе зачем-то еще в другую сторону.
Ну ладно, так будет быстрее, чем сейчас развернешь, слепал и снешь. Чё? А, вот всё. А, ну собственно это еще и обязательно условие, так что. Здесь, кстати, еще секретик есть. Вжук. Вжук. И вот эти две штучки. Вжук. Вжук. Открылось. Еще одна карточка с квиди чистыми. Посмотрим, сколько я насобираю за это прохождение бобов. А то прошлое это у меня слетело. В одном заклинании не очень удачно получилось, и пришлось перепроходить уже по-быстрому, чтобы все карточки снова собрать. И побыстрее к нему дойти. Поэтому бобы уже особо не собирал. Здесь, я надеюсь, такой херни не будет. Будет обидно. Ну, я знаю, что Дефиндл нет. Так, тут ничего у нас нету. Двигаем дальше. Разрезали, упало. Вот, а грибы Хоркварм. Фу, пизду. А можно могут испускать тучи ядовитого газа, Гарри. Типа, не подходите к ним, срезайте. Ни в коем случае не срезайте эти грибы. Знаете почему? Не знаете. А вот сейчас я вам скажу почему. И просто забиваем на пару минут. Можно попить кофе, чай, собственно, что я и пока поделаю. С конфетками. Так, ну и пока он там бегает, собираем все, что он тут насобирал. Спасибо. Спасибо, друг. Родина тебя не забудет. Также, кажется, здесь, да, нас ожидает тайничок. А в тайничке сюрприз. И знаете какой? Я думаю, вы уже догадываетесь какой. Привет! Короче, напихали ему полную будку. Включаю палочку, засунув тебе в правый глаз или какой-то там коси. Ну, я же говорил, нам в течение всей игры встречаться будет. А ты еще не последний его встреч, наша с ним встреча. Так, ну и полезли. Можно было, конечно, встать на этот блок, значит не додумался. Хорошие, полезные мысли-то они потом приходят. Когда спать ложитесь. Или просто уже когда уже поздно. Конечно, вы здесь фи. Вот, допустим, на последнем заклинании музыка бодренькая, правда. Бодрячком как-то все проходит. Здесь же все как-то так загадочно, уныло, непонятные улитки. Тут полпути загородилась жопастая. О, детский. Шкатулки по 99 раз. Так, разрезать. Вот, разрезать. Вот, подвигали. Три. Вот тут так какой-нибудь баг, я помню, у меня случался. Какой уже не помню. Ну, типа вот этот блок, что он не двигался или что-то в этом роде. Thank you.
первой части были. Такого. Только побольше. Конечно, сначала наверх уехать. Зачем? На вниз сначала. Так, все, поехали наверх. Понятно. Разрушательно. Ой, хрен с тобой, ты мне все равно не нужна. Так, ну еще бабовку выбиваем. Я правда не знаю, зачем мне сейчас бабы, ну просто на счет там, ну, про запас. Начать запасливый. Лучше пусть будет, чем когда понадобится. А их нету. Так, здесь, по-моему, секретов у нас нигде никаких. Так, вот эта басня как-то открывается. Как не помню, сейчас расшарим. Открылась. Вот, конечно. Так, значит, идем наверх. И... А, во-во-во. Не спешим резать. Да? Черт, ничего не помню. Ну-ка пройдем дальше. Я помню этот момент, а не помню, как решается. А, все, все. Нашли решение. Вот этот дед, кстати, тоже был, по-моему, в первой части карточки с ним. Так. Это тут выплюнули. Сейчас надо будет двинуть. Всунуть. А вот мы и... Ни хера себе, она еще в эту сторону двигается. Во! И вот это, я помню, был тот самый чувак в потайной комнатке. А, где я еще говорил, я надеялся, что там была метла, а там ни хрена не метла, а этот синемордый шиплинг. Заключив пари, съел целиком ядовитую сороконожку и остался жив, хотя и живет после этого с фиолетовой кожей. Здесь как-то просто более по-русски написано, чем в первой части. Я уже не помню, что там было. Если хотите, пересмотрите, это, по-моему, была или первая, или вторая серия. Ох ты ж, ёб твою мать! Ну, смотри, сюрпризы на каждом шагу прям. Ещё эти затобильщики будут. Так, ещё эти летают. Вот эти. По-моему, не одна. Скетч! Я думаю, вы поняли. Так, идем дальше. А, ну, тут суть точно такая же. Эй, карапуз! А, ты еще здесь не один, у тебя много друзей. Давай выпустим всех. Вместе ты веселее, ну.
А я пока чаёк попью. Так, вот эти штучки надо резать не по центру, а именно где голова, чтобы она чисто голова отрезалась. То есть если вы шибанете в центр, она просто оглушится. Если вы долбанете прямо вот в шею, как вы видите, вот прицел общий и в шею, вот она упала, то она уже не встанет. Так, смотрите, я как это пропустил. Да, вроде нет. Так, опять в центр, Вот. И все. И всего его в то. Вот там наверху, слышите? Кидайте в меня, да? Ручит так злобненько. Терпеть могу этих тварей. Я не помню, как они называются, сейчас почитаем. Так, вот здесь тоже не спешите сразу второй этот сбивать. Стоп, тут нам нужно вот сюда еще свалить. Вот. Вов тракли — это древесные духи, которые охраняют Гигендрис. Вы можете наложить на них Диффинда, и я дальше не успел прочитать. Вот, с них, собственно, кора выпадает, которая по 75 бобов стоит. На второй ключ и на четвертый шрам не собирается. Так, к ним, кстати, подходить не надо. Издалека они кидают второй, вблизи они вас начинают грызть. Просто ради теста, ради вас, я вам покажу, как это выглядит. Вот он стоит мне и знаете, что делает? Так, где кора? Вот кора. А с этого вот она валяется. Так. Все красиво. Этого вот она стала, я даже не знаю. Ну искать-то ладно, фиг с ней, потом ее будет все равно не в ограниченном количестве, если получится с багом поколдовать. Баг я потом покажу отдельно. Так, кусочек открыли. Ай. Ай. Гоня. Так, ну и все, собственно, открылось. Вот эти штуки можно избивать, все равно нам за них ничего не дадут. А вот за эти штуки дадут.
Так. А, надо сначала вот это здесь просто. Я, правда, не совсем понимаю, зачем. По-моему, там впереди ничего не будет, но... На всякий заиспользуем. Мне кажется, это просто как дополнительный светильник в этих пещерах. Да, это, скорее всего, просто используется для освещения, потому что на низкой яркости играет, то не видно мне жопы. Ну, давай, буду еще за тобой бегать, давай, да, по кругу. Впереди по-любому секрет. Не секрет, они как-то поярче эти розочки нарисованы. Ну, я такой же вспомню было в первой части. Прям ностальгии по карточкам из первой части у нас. И сейчас так. Срезали. 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 Повернись. Срезали, повернись. Тоже срезали. Ну и все. Какой-то звук так странный. Так, вы опять секрет, что ли? Ну да. Вот, видите, как бы на тех, те розочки такие желтенькие были, а это прям каменные, видите, ничего. На это я ориентир. На яркость. Вот, видите, тоже каменные, тоже ничего нет. Так, а что тут делать? Что-то не помню. А. Все, помню. А, ну, собственно, мы почти что уже в конце. Вот сюда надо запихнуть улитку. И все. Давай, 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 давай. Сюда запиханули. Открываем комнату с сюрпризом. Сюда тоже нужно еще одну улитку сейчас будет запихнуть. Так, ну сперва надо вот этих двух. Ой. Попу припекай одна. Собственно, вот это нам и надо туда дотолкать. Ну, конечно же, здесь еще одна карточка. Не ради ж бобов мы это все толкали. Да, вот, на серебряную с Наполеоном. Так, ну и вроде по времени-то неплохо, так. Потом еще говорю, надо будет спидраном про все пройти, то есть ничего не собирая, тупо пробежать, собрать только тестовые звезды и... Все. Смотреть. Сколько это займет, установить там личный рекорд, все такое. Но я думаю, на это отдельная серия уйдет, потом она ближе к последнему заклинанию. Так, мы спешим брать. Аккуратненько обходим. А,
что по секретам один какой-то проебал. Ну ладно. Хорошая работа, вы прошли мое испытание, оставшееся у вас время будет засчитано как ваш личный рекорд. Так, а чё по звездочкам? А, ну звездочки все собрал. Одно что-то пропустил, ладно. Вот он секретик. Но это еще не все. Сейчас мы выбежим, а то здесь по идее сейчас кто-то нам скажет, что пора идти на церемонию вручения еженедельной фигни. Гермиона рассказала, что ты можешь найти обрывки где-то там, следуй за мной. Значит, я что-то не так помню. Так, ну за Роном мы пока не пойдем. Пока что посмотрим остальные секретики. Этот секретик я, помню, долго не мог найти. То есть я здесь прыгал, бегал, я бы знал, что вот сюда можно залезть, но как это сделать, я долго не мог понять. Потому что сколько мне было времени. Ну, я уже говорил не раз, что играл маленьким. Как-то не сразу все догоняешь. Так, ну и на этом еще эти секреты не кончились. Последний секретик у нас будет... Он там. Но для этого нужно заклинание, которого мы еще не знаем. Так, эту сюда давайте тоже откроем. Че бы нет-то, все понаоткрываем сейчас. И еще вот тут вот у нас оставался секретик, который я также проигнорировал. Не помню, я в самой первой серии ночной-то собирал или не собирал. Собственно, не важно. Дневной-то вот обновился и добавил, что можно в вторую комнату залезть. А, вот. Не увидел. Слона-то я не заметил. Пойдем посмотрим, что там за кожа-то. Кстати, еще маленький этот. И здесь всегда, я помню, был баг. Сейчас мы узнаем, будет он или нет. В этой комнате почему-то всегда увеличивался до бешеных размеров боб, который нельзя было взять и просто как бы текстура такая здоровенная на пол карты. Ну, сейчас посмотрим. Будет оно или нет. Взяли. Так, ну еще, кстати, нет, сейчас мы не увидим. Это надо будет потом в школу зайти, из школы выйти, то есть с каким-нибудь следующим заходом. Бабах, нормально. Нормасик, нормасик. Иду, я иду. Теплица, здесь всегда так тепло. Так, ну он там через внутренности побежал. Мы пока что внутрь не пойдем. А что тут может что интересного? Нет. А, нет, карточка есть.
Так, ну и вот это можно, в принципе, тоже выпустить. Пусть он тут собирает, потом приду заберу. Оранжерея расположен сразу за этой дверью, Гарри. Я пока что дежурю здесь на случай, если появится профессор Спраут. Где он тут дежурит? Вот вы видите здесь директор Рона? И я не вижу. Кино у нас, кидок. Пошел на директор уже докладывать, что там Гарри к оранжерее полез за наркотой. В наше время так тяжело найти настоящих друзей. Хорошо, что у меня они есть. А еще у меня еще конфетки. Вот эти каракатицы по лозищу. Кстати, им, по-моему, похрен на оглушение, все равно продолжает ползти. Так, ну здесь тоже можно пособирать, но я не хочу что-то на это время тратить. Я просто пройду мимо. Ауч. Наверное, больно, прям в дырку попал. Так, так, ну тут 5 бобов. Фиг с ними. Интересно, да тут допрыгнуть можно? Надо же по клавишу прыгнуть, не нажал. Так, ладно. Ай, заляху укусили. Олежка жуи. Привет. Пока. Пока, да. А, не попал, не попал. Так, здесь сейчас где-то будет, должна быть карточка. Знаете где? Вот. Так. Не смог, короче, Белоснежка будет. Точно. Какая-то ведьмочка, которая какой-то там эликсир красоты разработала. Так, ну здесь опять же быстренько пробегу, что неохота время тратить. Так, а, вот, нет, вот на горшочек-то время потратить стоит. Ой, страшный сон Рона. Это особенно опасный вид пауков. Вкус очень ядовитый, поэтому держитесь от них подальше. Произнесите зелье заклинания Рекс-центра, чтобы парализовать их. И, конечно же, эти пауки находятся на входе в оранжерею. В Хогвартсе нет плохих учеников. Они не доживают. Их либо в лесу кто-нибудь съел, либо на третьем этаже собака, либо... Так, здесь ничего? Ну, душка, ну, чё с ним? Вот, чё ещё с ним случается-то? Да здесь всего угодно может случиться. О, пока на углу надо зажимать. Конечно. Хер её зажмёшь. Так. Мостик появился. Хорошо, но мы пока сбегаем подальше. Так, ну и собираем кору. Что-то думал, здесь будет карточка. Ай, память уже подводит.
Мои-то годы. Так, зато я помню, что здесь есть еще немножечко бобов на крыше. То есть в дырку прыгать не спешим, бежим наверх, и вот они. Сколько их тут? 8 штучек. А вот теперь можно в дырку. Так. Я помню сначала, когда самый-самый первый раз проходил, попал вот эту оранжерею. И думаю, и что мне здесь надо делать? Вот так вот все осмотрел, как-то ничего не понятно, чего, где, как. То есть как-то дым даже открыл, там в сундуке, не помню, кто не пив слушал. Нет, карточка. Кстати, тоже из первой части. Короче, бегал, и только потом случайно я вот сюда наступил. Не допускайте моих вещей. Кстати, он горшочек забыл долбануть, ну да ладно. Без двух побов. Эй, Гермиона, я нашел груду разорванной кожи дуру сланга для зелья. Это прекрасно, Гарри, немедленно добавлю их в зелье. Скоро начнется ежедневная церемония очков дома. Ты ведь помнишь, где это, не правда? Конечно. Что по очкам? Ну, у нас все прекрасно. Всем привет. Похоже, что пришло время следующей церемонии очков дома. Посмотрим, какой дом впереди на этой неделе. Похоже, что ты делал Гриффиндор. Гарри? Нет. Харри? Похоже, тебе придется посетить комнату бонуса бобов. Я помню так, Харри, говорил в один дом у Марф. Полозил там, по-моему, во второй части. Такой, Харри. Ну и по той же самой отработанной уже схеме собираем все бобы. Мне кажется, скоро в них купаться можно будет. Да, вот он. Еще можно и тут открыть. Так, ну здесь смысла никакого нет, а вот здесь можно пробежаться. Ай! Тер-тер. Ладно, соберем нанизу. Забрать даже два. Спешу. Офигеть, 1200 бобов.
опять. Куда их девать вообще не представляю. Так, ну карточки, если что, потом будем докупать. Сейчас они нам не горят. На второй неделе декабря профессор МакГонагалл составил список тех, кто останется в школе на Рождество. Гарри, Рон и Гермиона записались, они узнали, что Малфой тоже остается, и это показалось подозрительным. Во время рождественских праздников можно было использовать зелье Поливджус и попытаться вырвать признание у Драка. Вырвать из глотки, прям. Надо сходить в ванну Мирт, посмотреть, как обстоят дела с зельем. Надеюсь, Гермионе не надо больше ингредиентов. Ой, я тоже на это надеюсь. Ну, конечно же, ей надо. Так, но туда мы сходим уже в следующей серии. Сейчас покажу два секретика, даже три. И я думаю, на эту серию закончим. Нужно проверить, появился ли сладенький персик. Так, что по очкам? Да, у нас подогонник по очкам. Вообще, кстати, странно одно. А вот на втором месте у нас всегда Слизерин. На первом Гриффиндор. Хотя, если исходить из описания факультетов, я то ли где-то смотрел, то ли где-то читал, я уже не помню. Вот. Скорее всего, на Ютубе у кого-то кто-то рассказывал. О, второй ключик, отлично. Типа в Гриффиндор попадали смелые, храбрые, отважные люди. В Слизерин, по-моему, благородные, такие гордые. В Пуффендуй, ну или Хахлпаф, там не знаю где как, попадали типа добрые, такие добродушные ребята, дружелюбные. И в Рейвенклоу были умные. То есть, если в принципе исходя из описания факультетов, на первом месте должен быть всегда Рейвенклоу. Потому что там типа самые умняшечки учатся. Вот. У нас же что-то все как-то через одно место. Добрые в жопе, потом умные, потом гордые. Конечно же, здесь ценится храбрость. Привет, привет. Персик, ты дома? Пиздец, ребят. Пиздец. Понимаете, второй раз его уже нету. Я не знаю, как я буду дальше играть без него. Он пропал. Я не знаю, где его искать. Надо закрыться, кто плачет. Или это женская, я не знаю. Так, ну ладно. Найдем его еще сладкого персика. А сейчас я здесь ради секретика. Я думаю, пока я здесь разглагольствую, вы кому надо внимательно следит, как это делается. А то я чуть не рассказывал ничего. Так, ну здесь еще одна очередная карточка. Так, итого. Мы уже прошли где-то, наверное, половину игры. Что мы имеем? Первое место в поединке магов. Три выигранных кубка квиддич, по квиддичу. Ну не кубка, а поединка. В принципе, все по 40. Хорошо сданные на максимальные... Ну, пока это пока, конечно, не максимальные рекорды, но типа нормальный счет. Три заклинания. И по карточкам у нас 22-28, то есть уже больше, чуть больше половины карточек, по крайней мере, вот этих у нас собрано. А всего у нас карточек собрано 50, всего их 101. Я думаю, вы поняли. Так, ну и у нас куча бобов, куплена броня, и все у нас прекрасно. Сохраняемся. И на этом все. Всем пока. С вами был Фил Рамис. До новых встреч.